Можно даже больше. Еще больше. Смотри, можно двойку разбить как 1 плюс 1 вот в этом месте. И вот, вот это вот число, 1 плюс вот это, действительно обозначить какой-нибудь буквой. Почему x? Лучше а. Это же не неизвестная величина, это известная какая-то величина а. Да, напишем а. Ищем ее здесь. Все правильно. Это есть та самая величина а. Да. Да. Теперь пишем, что нам нужно доказать. Да. Приводи к общему знаменателю. Нет, давайте здесь домножим числитель на а. Вот, да, 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 давайте, давайте. Да. Равняется а плюс 1 разделить на а плюс 1. Но это действительно равняется единице. Отлично. Упрощение возникло в тот момент, когда мы большую часть формулы обозначили одной буквой. Казалось бы, ничего не произошло. Вы взяли и сказали, пусть это будет буква А. Казалось бы, ничего не произошло. А на самом деле произошло. Вы просто стали относиться к этому выражению как к некоторой штуке, про которую не надо думать. И дальше все.